Полтысячи югорчан в эти выходные проверили свои сердечные риски. Во всех городах и районах Югры впервые одновременно прошла акция «Красное платье. Сердце женщины». Проект этот родился в Сургуте, а провести кардиоскрининг во всех 22 муниципалитетах округа – инициатива женского движения «Единой России». В преддверии Дня защитника Отечества специальные приглашения на акцию получили матери и жены участников специальной военной операции. Подробнее в материале Натальи Соловьевой. Двое мужчин в последнее время тревожат сердце Елены Борисовой. Сургутянка почти все свободное время ухаживает за отцом, которому 90 лет. А сын уже как полгода выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Чтобы боль в сердце из метафорической не переросла в реальную, матерей и жен участников СВО пригласили на акцию «Красное платье» пройти кардиоскрининг. Группа у нас есть такая, где там все мамочки, жены ребят, которые на СВО. Вот. И увидела ее, прям думаю, я обязательно должна попасть. Вот. И мне очень понравилось. Я удивлена, насколько здесь все доброжелательно. Все мне рассказали врачи, которым я зашла, даже лишнее, у них немножко поспрашивала. Всего в акции сегодня планируется, то есть она работает на 22 площадках во всех муниципалитетах Югры, и предварительно планируется к участию более 550 человек. То есть она масштабная, и я думаю, что таким образом в рамках этой акции будут выявлены пациенты, которые нуждаются в дальнейшем обследовании, и они уже будут обследованы по зеленому коридору. Такой скрининг раз в год должен пройти каждый, хотя бы потому, что сердечно-сосудистые заболевания по статистике убийца номер один во всем мире. Акция «Красное платье» не только помогает выявить риски и отправить человека на дополнительное обследование. Она призывает обратить внимание на свое здоровье. Вообще, я сегодня впервые прошла эту процедуру. На проекте я присутствую довольно часто, но только сегодня я прошла вот то, что предлагают. Конечно, это нужно, заботиться о себе. И почему «Красное платье» проект? Потому что женщина, она не только хранительница очага, но она еще и должна заботиться в первую очередь и о себе, о своем здоровье и о здоровье своих близких. А еще интересно, это доска с опросом. Здесь вот, кстати говоря, красненькими галочками ответы женщин, а зелеными мужчин. Так вот, курите ли вы, знаете ли вы свое артериальное давление и свой уровень холестерина? И если ответы «да», «нет», «нет», то на скрининг идти обязательно. Также каждый участник акции «Красное платье» может воспользоваться сердечным советом. Мне вот, например, достался... Позаботься о сердце, контролируй свой вес, регулярно проходи медицинское обследование. Только в Сургуте в акции «Красное платье. Сердце женщины» приняли участие 66 человек. 25 из них теперь пройдут более детальное обследование в окружном кардиодиспансере. У них высокие риски. А одну женщину госпитализировали прямо с акции. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра. Сургут».